Сегодня у агрогородку Чырковичи Светлогорского района прошло посещение коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облаканкама. На парадку дня – выполнение региональной киносеткой державной программы «Культура Беларуси», различенной на 2016-2020 годы. С подробностями Евгения Кухаронок. Местом встречи идеологов из всех районов в области, а так само заинтересованных особ, обрали кинотеатр «Сподорожник» у Чырковичах. Гэты агрогородок один в Украине мае великий экран с лічбовым обсталяванием. Эксперимент запустили в 2017 году, и он себе оправдал. Ставку робили на колькость наведвальников. Потенциально их 86 тысяч человек. Гэта жыхары Чырковичаў, суседнего поселка Мятков, непосредственно Светлогорска, а так само громадяне, которые отпочивают у санатории «Серебряные ключи». За несколько годов прирост доходу от кинопоказов повеличился удвоя. В дни премьер российского проката обычно у нас есть премьеры, даже, ну, учитывая там, все зависит от прокатной организации. Бывает, мы выходим и в дни мировых премьер. Гомельская область займает другое место в Украине после столицы по объемах выручки от кинопоказов и колькости наведвальников. Хоть 2018 год выдался для системы кинопроката вельми напруженным, назиралось агульное падение кассовых сборов в Украинах СНД. Отток глядачов отчувался и подчас проходжения чемпионата света по футболе. В регионе знайшли механизмы для компенсации страт. Кинопредприемства серьезно взялись за развитие додатковых видов деятельности, активизовали розничный гандель и громадское харчевание. Дякуючи этому, выросла выручка. В целом киносеть работает стабильно и выполняет, и даже перевыполняет доведенное задание, в первую очередь по части внебюджетной деятельности, по уровню доходов, окупаемости затрат собственными доходами. Вместе с тем остаются и проблемные вопросы. В частности, серьезную проблему представляет собой снижение посещаемости. Есть на то и объективные причины, но есть и явные недоработки с нашей стороны. Ну и, конечно, нам необходимо сегодня обсудить те вопросы, которые были поставлены в наш адрес по результатам мониторинга, проведенного Комитетом государственного контроля, где были выявлены, к сожалению, достаточно серьезные нарушения. Моніторинг Комітету Держконтролю виявив необоснованість показу соціальних роликів, які не були по закону внесені у Державний регістр фільмів. Гэту помилку у регіоні вже виправили. З метою не допущати приписок на показу, які насамреч не проводилися, такі випадки зафіксовані у районах, введена нова форма справоздачі. Вогулі, більша частка з виявлених зауваг вирішена, порушення ліквідуються. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель» зі Світлогорського району.